Между тем, медицинские работники протестуют в Кении. Они объявили забастовку в знак протеста против условий труда, которые, к слову, ухудшились за время пандемии. Демонстранты требуют предоставить им медстраховку, нанять больше врачей и выплачивать пособие за риски. Протесты продолжаются уже неделю, но теперь врачи и медсестры по всей стране отказываются выходить на работу. При этом забастовки будут продолжаться до тех пор, пока власти не удовлетворят их требования. Отмечу, с начала эпидемии в стране коронавирусом заразились больше 2000 медработников, и почти 70 из них умерли от инфекции. Мы находимся на передовой в борьбе с коронавирусом. Если нас не обеспечат средствами индивидуальной защиты, то мы можем заразить и других. Кроме того, на работу мы ездим на общественном транспорте. У меня есть семья. Если меня не станет, кто позаботится о них?